Наше интервью сегодня с капитаном команды Фаридом Рзаевым, команда которого сегодня, как и в прошлом году, открывала игры нашего сезона. Фарид, скажите, каково это, насколько сложно открывать игры? Ну, на самом деле это сложно, действительно, потому что после перерыва ты еще не совсем вкатился. Я думаю, что это было заметно по первым вопросам. Мы не очень хорошо обсуждали. Ввиду этого стали проигрывать, но потом собрались и играли довольно хорошо. Поэтому я скажу, что да, это довольно тяжело начинать сезон. На игре вы упомянули, что вы достаточно часто и много и регулярно тренировались. Скажите, что из того, что получалось у вас на тренировках, не получилось сегодня? Ну, наверное, принимать правильные решения в некоторых случаях, потому что на тренировках вот такие игровые ситуации очень сложно как-то представить. Вот, например, я считаю, что поражение сегодня в первую очередь это моя вина, потому что в нужный момент не взял минуту, и вопрос, который сам придумал правильную версию, не додумал его до конца. Учитывая то, что я с детства интересуюсь футболом, видеть футболистов и не подумать об их игровых номерах, это я просто чисто считаю, что это моя вина целиком и полностью. В раунде Zeitnot вы остались за столом шестером, оставив на обсуждение только 10 секунд. Скажите, если как вы считаете, если у вас было бы больше времени, вы могли бы ответить на этот вопрос? Я думаю, что да, потому что что-то такое мы могли придумать. Это был довольно логичный вопрос, именно на раскрутку, на подумать, понабрасывать версии. Но у нас принцип, мы играем всей командой, и, может быть, если бы нам повезло, этот вопрос выпал бы последним, мы бы выиграли эту игру. А что касается последнего вопроса решающего, мне кажется, не было шансов его взять. И я поговорил с представителями других команд, с Эльманом Талыбовым. У них тоже не было правильной версии. То есть нам надо было выигрывать эту игру раньше. А когда, на ваш взгляд, вы проиграли эту игру? Мы проиграли эту игру на вопросе о календаре, когда у нас была правильная версия, и оставалось только объяснить, а мы этого не смогли сделать, к сожалению. Да, к сожалению, это произошло. Фарид, ваша команда уступила, проиграла 7 кредитов. Но, тем не менее, 8 кредитов вам должно хватить, чтобы еще раз сыграть в этом сезоне. Желаю вам в вашей следующей игре одержать первую вашу победу в нашем телеклубе и успешно подготовиться к этой игре. Спасибо большое за пожелание. Надеюсь, в следующем интервью я не буду оправдываться, а буду говорить о том, что мы сделали правильно за игровым столом. Спасибо. Большое спасибо, Фарид. Призываю вас не расстраиваться и до встречи на новых играх в нашем клубе. Благодарю.